Более полутора сотен боевиков группировки «Исламское государство» сдались курдским отрядам в районе Багуза, последнего оплота исламистов к востоку от Евфрата. Поддерживаемая Соединенными Штатами коалиция возобновила штурм укреплений в пятницу, но пока не добилась существенных успехов. Представители сил демократической Сирии подчеркивают, что подходы плотно заминированы, боевики используют начиненные взрывчаткой машины и прикрываются живым щитом. В избежание жертв среди мирного населения наступление продвигается чрезвычайно медленно. В то же время находящиеся с другой стороны правительственные сирийские войска обвиняют международную коалицию в использовании белого фосфора в ходе бомбардировок Багуза. В течение февраля из этого района бежали до 10 тысяч человек, в основном члены семей боевиков, женщины, дети и старики. Но были и сами исламисты, им как раненые, так и сдающиеся.